Всем привет, ребята! Сейчас в этом видео я покажу вам еще одно упражнение, но оно уже взято из йоги, из хатха-йоги. И цель этого упражнения, этой асаны, помочь вам успокоить вашу нервную систему в первую очередь, восстановить, нормализовать дыхание и помочь вашему организму следить за своей осанкой. Упражнение довольно легкое, его может выполнять любой человек. И я отношу это упражнение точно так же, как и другие упражнения, к дыхательной гимнастике, к комплексу дыхательной гимнастики. В чем заключается суть этого упражнения? Вы становитесь, как вам удобно, ноги на ширине плеч или вместе, это не играет большой роли. И в первую очередь вы расслабляетесь. Затем вот так вот вы складываете руки, вот как лодочкой. Поднимаете руки за голову, опускаете ладонями вниз. Опускаете за голову руки. Расправляете ваши локти в стороны. Стараетесь стоять ровно и делаете легкие, медленные, спокойные вдохи-выдохи. Опять-таки, напоминаю, мы дышим животом. И не забывайте о том, что ваши руки должны быть максимально разведены назад. Затем, 2-3 вдоха, вы опускаете руки вперед перед собой и выдыхаете из себя лишний воздух, помогая рукам, вернее, помогая руками вашему животу принимать более напряженное состояние. То есть не просто, когда вы мышцами брюшного пресса выталкиваете из себя воздух. Вы за счет сгибания тела вперед и вот такого движения помогаете как можно большему количеству отработанного воздуха выйти из ваших легких. Теперь давайте мы посмотрим на это упражнение и сделаем его вместе с вами. Вот так вот ручки складываем и начинаем. Вдыхаем, опускаем руки за голову, разводим локти в стороны. Следим за своим животом, чтобы у нас не провисал, не выгибался. Стоим ровно. 2-3 вдоха. И выводим руки. Опускаем. Выдыхаем воздух из себя. Поднимаем руки. За голову заводим. Расправляем плечи. Следим за своей осанкой. Выводим руки и выдыхаем. Если вы будете это упражнение делать 2-3 минуты в день, вы сами заметите, как ваша осанка будет более стройная, более прямая. И, естественно, ваш живот, мышцы живота за счет вот постоянных вот таких вот сокращений, движений во время дыхательной гимнастики, ваш живот станет немножечко более плоским, чем он у вас есть. Не касается тех, у кого и так уже плоский живот, кто у нас живет и ночует, днюет и ночует в фитнес-зале. Это касается всех тех, кто желает подтянуть свое здоровье или укрепить свой иммунитет, свое здоровье, дыхательную систему. Вы заметите сами, как через время у вас действительно живот станет более плоским, и мышцы живота, мышцы брюшного пресса будут более крепкими. Это что касается именно вот этого вот упражнения.